Мы возьмем защиту здесь на себя. Вы немедленно вернитесь в столицу. Понял, но с вами все будет в порядке, если вы будете только втроем. Враг, похоже, использует магию, которая захватывает ваше сознание. Чем нас меньше, тем безопаснее. Хорошо, да прибудет с вами удача. Юна, Мимоза, вы уже почувствовали это? Да. Есть два очень могущественных источников магии. Они идут сюда. Этого достаточно, вор. Хм, вы какие-то сопляки золотого рассвета. Мы не позволим тебе пройти дальше. Клаус, подожди, это... Шт, капитан черных быков? Что ты делаешь с этой воровкой? Подожди, и ты вернулся в норму? Может быть, если я расскажу им, что происходит, они помогут сдержать Карну? Нет, этот парень ни за что не сдастся спокойно. Я не хочу усугублять ситуацию. Если что-нибудь случится с этими золотыми отродьями, я никогда не услышу конца от мести. Ты знаешь этих людей? Они подчиненные моего коллеги. Я не против сразиться с ними, но я могу просто увлечься и убить их. Ты не думаешь, что можешь проиграть? Если бы я это сделал, это было бы концом для Карны, не так ли? Ты классный, все в порядке. Не будь к ним слишком строг. Я Мисуки Хира. Даже если ты капитан рыцарей, я не могу не заметить, что ты общаешься с вором. Тихо идите с нами. В противном случае мы будем вынуждены напасть на вас. Клаус. Не сомневайся, Юна. Это наш рыцарский долг. Но... Лучше нападай на меня серьезно, Кулио. Не волнуйся, я буду с тобой помягче. Тогда я буду сражаться с тобой всерьез. О боже, как масло на огне. やつらを蹂躙する。方針展開。敵陣を分断する。守りを封印。全艦の激走。守りを封印。全力を出す。バカだ。いるわけにはいかん。 連列を突き崩すぞ。奴らを蹂躙する。方針展開。敵陣を貫け。 戦列を貫け。戦列を突き崩すぞ。王冠の塔、今だ。我が恨みを。王城の外壁。すまない。 敵陣を分断。